Привет, друзья, с вами Имба. Мы продолжаем играть в Dotanic 100, и сразу хочу напомнить для тех, кто кричит, что надоела эта кастомка, по ссылке в описании есть второй канал с другими популярными играми, и совсем скоро выйдет видео по CSGO. Обязательно подписывайтесь. А в этом выпуске у нас герой, который убивает прям с фонтана, не отходя от кассы, как говорится. Террор Блэйд и его способности X100, дорогие друзья. Поддержите выпуск своим лайком, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Друзья, перед началом видео хотел бы вам рассказать о таком сервисе, как Game Machine. В эпоху, когда каждый второй говорит о криптовалюте, но только один из 100 знает, что к чему, ребята из Game Machine придумали отличный сервис, софт, который поможет круто одеть ваших персонажей из Доты, CS, PUBG и другие. Все гениально и просто. Скачиваем программу, регистрируемся и майним скины. Сразу ответ на вопрос. Многих это безопасно. Софт использует только видеокарту и процессор для обработки данных. Также удобно, что работает она только когда компьютер бездействует. Я сам уже себе нафармил немного момента и вывел шмотку, так что все работает. Дальше дело за вами. Ссылку на Game Machine я, конечно же, оставлю в описании. Также не забывайте про реферальный код, который даст вам 1000 монет на старте. Game Machine. Мы фармим скины. Так, я надеюсь, у меня имба. Потому что за ТБ я еще не играл. Так, это слушай, моя... а почему у тебя анимация... Ой, анимация этот... Да-да, друг. Очень-очень хорошо. Парни, мы не пизда, мы навъебали. А можно Маты ругаться или нет? Ну, лучше не надо. Не, можно. Ой, я хочу его. И ну ясики. Черт, там же иллюзия моя была. Монетка. Сварка, минус. Ой, вот давай это вот минус меня. Вообще. Ясно. Чё, ты кого ударить хочешь? Чё ты тут шмейгаешь? Я всё понял. И домой побрись. Ой, всё. Чё-то я слишком много дамажу, как я вижу. Слишком много героев в центре находится, надо всех разогнать. Пацаны! Чикамон, это урон от Чикамона, смотрим. Там стаки набиваются. Чикамон, прикольно, давай сейчас тебе понабиваем. Да стой, куда ты собрался? Давай стаки тебе понабиваем. Я пока еще никого не убиваю. Чувак, прокастер, а монетка-то моя. Чувак, а ты куда, сын 0? Можно мне кого-нибудь поубивать, пожалуйста? Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это дерево сейчас было. Ебать, меня с плешом накрыло. Сань! Сань, добей его. Ну как так, 5%? Подожди, я вот не понял, я убил кого-то? Да, я убил кого-то. А ты никого еще не убил, лошара. Ты чё? Всё, пизда, блядь. Меня убьёшь? Возможно, я бы тебя уже отпиздил бы, блядь. Бристлбэк, ну, очень пытается. Ты задолбался со своим прокастом. Ты нуля, куста идёшь. Тра-та-та-та-та-та-та. Я как с пулемета, проверяй сейчас. О, Бристлбэк, куда, сына? Домой. Ой, хорошо. Я домой. Ой, пизда, парни, вам. Проверяй. Тра-та-та-та-та. Да ещё шестой получу, можешь Богу молиться. Сейчас я четвертый получу, пацаны, секунду. Чё, кого там бить забрал? Смотри, четыре блейда выпало. Все, все уходят. А чё им выпало? Здорово. Блэдмейл апнутый. Апнутый разве? А, да, блудимейл. Ой. Влади. Да, в смысле, я ж нажал свапнуться. Ебать ты лох, Влад. Просто слился. Я нажал свапнуться, это нечестно. Да ты просто слился, забей. Мне там как-то расписали, короче... Вот подписаны, короче, твои или мои, я не помню. Короче, надо, короче, линзу покупать. Линзу? Одни линзы покупаешь на энчантрас, и все умирает. Да? Там макорва. Так, короче, можно вот так вот. Мы сосем. Долетает там до кого-нибудь? Да, долетает. До кого это же долетело? До всех долетает. Я просто в центре стою и всех бью. О, моя монета. А, Чикамон, почему так, блядь, моё, нахуй! Мало действует. Это какой? Я на Бристлбэке играю. А, это Хинтай, ты что ли пидрил? Да. Серьезно? Чего? Всё, летит мое сокровище, пидрил. Смотри, опять этот Тинни пришел прокасты свои давать. Я себя потерял, почему я тут стою, все понял. Все, Влад, ты потерянный ребенок. На, нахуй, с пулемета, поехал. Ой, мне кажется, они умерли. Ох, ебать, пошло. Ох, ебать, куда ты там бежишь? Чёрт. На, нахуй. Марагос, хватит всех убивать, а? А чё это? А почему твоим подписчикам можно меня пиздить, а мне их нельзя? А чё за хуйня? Братан, ты забыл, против кого дерёшься? Это чё сейчас было, я не понял. Дай монетку, моё. Мы не на первом месте. А, мы ещё не на первом месте! Ой, ну вы нас поделите первое место. Так, 119 здоровья, 1500 к атаке. Ну, атака у нас и так максимальная. Марагос, дай хоть опыт получить.
Он еще опыт хочет, ты понимаешь, Влад? Он захотел опыт, блядь. Саня, дай чуть-чуть пофармить. Бросось, все. Спасибо, Андрюх. Понял? Молодец, курьера с нашего слил. Вообще-то мой, что хочу, то и врачу. Серьезно? Да. Да не, я в смысле то, что у нас стырили. Ну и через пэш? Влад, вот зачем ты меня подставляешь постоянно? Я тебя подставляю, он к тебе подошел, да, ударил тебя. Да, ты меня и подставил. Он тебя ударил. Ритка, блядь. А меня через сплэш. Да тебя не жалко. Пошел ты. Главное, чтобы я жил в этой игре. Тебя смотрят, потому что я здесь. Смотри, какой. Так, у меня сейчас брони не будет. Ноль брони. Ноль брони. Ноль брони. У меня мека. Нормально, нормально. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой! Я кил принес. Вот это жесть. Хорош, хорош. Так, все, короче, спасибо, нужно вот такую спасибо, штуку ставить. Дорогой. У меня сейчас как раз откадешится. Все, моя территория. Я так понимаю, тут до сих пор. А почему у Тини так много фрагов? Ты серьезно, Чикамон? Господи, иллюзия, ЦК бьет больше, чем ЦК. Я думал, тебя развести. О, Тини. Ладно, меня Тини. Да угомонись! Кто на сварке играет? Мистери какой-то. Барагос, не трогай меня, я Чаус Найт. Окей. И меня не трогай, блин. Блин, я просрал метаморфозм. Ладно, не страшно. Бери монет. Оставь Барагозу. Барагос. Я не брал монетку, Барагос. Я тоже не брал. Я понял. А чё у вас варды стоят, Барагос? Я не понял. Какие варды? Которые вижен дают. Влад, не подходи ко мне. Нет, пытаюсь отойти. Вот там бит собрал, сына. Вот как он так удачно, блин, станы свои кидает? Серьезно? А как там Пангалер оказался? Он так ощущение, что он прям вылез с него. А, все, погоди, свои люди. Дядь. Инвокер. Скотина. Стырил предмет. А что он хоть взял? Он что-то крутое взял, слушай. Инвокер этот. Серьезно, никак? Да, да. Так, опять эта хрень, не хочу. Барагос, вот не принуждай меня убивать. Барагос, пизди, вот я там его достанил. Я сказал, сварка, бей. Не принуждай тебя убивать главное, меня. Главное, сварка, бей. Да, я сейчас выезжаю, тебя капец. Привет. А, это не так работает. А как это работает? Фу. А вот так это работает? Там вижен есть. Ага, красавчик. Ага, нормально, нормально. А, там вижен есть, точно. А вот так вот интересно получится? О, получилось. Так, стой. Да за что, мы шватой командой. Так, сплэш, ну его нафиг, я подальше буду от него. Это что сейчас было? А кто мне столько урона нанес? Моем. Нет. Откуда вижен? Это у Тини такой сплэш здоровенный? Или я что-то путаю? Врагу схватит. Тихо. Так, это тут Бристалкок ходит. И Сварк. Смотри, сейчас Сварк на меня захочет прыгнуть. А знаете, что я понял? Мне нужна пика, подожди. Да чё она? Зачем тебе пика? А дальше расстояние, которое я могу бить. А, ну в этом смысле, да. Ну я хоть рядом пробежался. Да. Получил немного. Можешь вообще ничего не делать в этой игре. Чисто 20 тысяч здоровья, я думаю, плохо не будет от этого мне. Боже, у меня, наверное, самый жесткий скилл, это мой первый. Остальное все фигня. Да. Нет, у тебя третий скилл жесткий. Не, ну третий скилл понятно, но я его я пока не сильно не прожимал. Я сам себе сейчас нанес 57 тысяч урона с твоего скилла. Ого. А можно нам киллов почти, дать? Почти. Ты мне 10 тысяч урона нанес. Не, мне чтобы этим скиллом убивать, нужно этот. Давай, наш, Vision, наш, принимай. Vision и МКБ читера. Нормально, да. Ладно, ну чё, можно я отпустить немножко, да? Дать тебе, так сказать, воздух. Дай подыши, дай подышать. Дай подышать всё-таки. Собаки, они варды ломают. Пошёл нахуй. Они все варды сломали? Я один вард только сломал. Зачем ты это сделал? Потому что Барагос стреляет. Ну и пусть стреляет. Чем он тебя жалкий, что ли? Чё, вам пострелять нельзя, что ли? Не говори. Я да тут просто хожу, когда он стреляет, казенные лицо... деньги трачу на эти варды. Ой, Барагос, I need help. Барагос, вот, помогай ну, ему, вот чуть-чуть помогай. У него, чё ты его не добил?
Там вообще помпи ХП. Чем ему не помог, а? Они опять форды сломали. Не, мы не трогали на этот раз. Да не, я не про вас говорю. Ну все нахуй, проверяй. Почти вам что-то. Дичь, 25 уровень на козе. Я в том видосике еду, бревно прилетает. Так, опять этот сварк. Моего. Какой сварк, ладно? Я вот, всех, кто тебя пиздит, я их буду самолично наказывать в этой игре, нахуй. Просто хуярить ногами. Так, кто там, Бристл Бэк тебя хуярит? Пизда ему. Тебе хоть чуть-чуть урон сейчас не несло? Аккуратнее, сейчас. Я Клинкса застанил, да, давай. Зачем мне вообще урон? Ясно. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой, это кто меку сейчас прожал? Угадай! Офигеть. Сколько интересов у тебя тиммейтов на карте? Не, это было просто настолько вовремя, что прям вообще офигеть. Ладно, давай постреляем. Постреляем через всю карту. Давай, я побегаю, буду чисто показывать. Сейчас сларка понастреливаем. Вот, теник тут, слышишь? Я него... свечу. Че, у тебя там летят снаряды, нет? Что-то летит. Вот сейчас ЦК у нас немного получит приветов. Да за шо? А, Бристл Кок немного получит. А ну пока до него долетит, ты его уже убьешь. Инвокер, привет. На все, инвокер сейчас умрет за это. Тини, ты больше всех меня там... Ой, у меня закончился метаморфозм, все, до свидания. Ни с кем я общаться больше не хочу. Так, надо вардик еще один поставить. Слушай, может мне какой-то рефрешер сделать, а? После МКБ-читера. Кстати, можно. Спасибо. Просто проверяй. Нужен вижен. Не снимай варды, не смей снимать варды. Так, а вот тут у нас вард закончился, да? Это кто? Это сейчас сварк был? Да. Так, 1500 ловкости, 25 скорости передвижения. Конечно, ловкости. Он с дерева 2 ляма мне нанес. Ой, 3 ляма, 985 тысяч. Ага. Бристл Кук. Можно хоть кого-нибудь побить? Сейчас приду. 45. Да, я... Вот гребаный сварк. Все, сварк, тебе пизда, текай нахуй. Кто там, тебя сарк обижает? Ну-ка нахуй, сюда, сына. А я сейчас через 30 секунд пойду на базу и буду веселиться. Чикамон, я киллы делаю, видишь? Чикамон, ты тут? Чикамон. Кто там киллы делает? Ты киллы делаешь? Да. Не вижу. Он 5 киллов сделал. Ты умираешь. Я 5 киллов сделал. Ай, бегать за тобой. Я, знаешь, я добью, дай его. Слушай, Ват, тут как бы вещи падают. О, вещи точно, да, я возьму, ты у нас богатый, да, знаменитый. Да, у меня все хорошо. Ах ты ж скотина! Офигеть, вот что это сейчас было? А тебе этот весь армор. А, да, минус армор, все, понял, принял. Не дурак, дурак бы не понял. Так, 35 секунд перезарядки Сандер. 1500 ко всем атрибутам. Ладно. Сейчас появимся, сейчас повеселимся. Рефрешер. Рефрешер? Пока. И тебе пока. Ого. Как будто у нас решил этим напугать. Смотри, Тини, никого не убивай, просто варды снимай. Тини сейчас умрет. Там рампаку сделал, что ли? Не я. Я просто по чуть-чуть на каждого накликиваю. Он, сука, собака. Так, меня не трогай, хорошо. Хорошо. А тебя это кого? Чао, Снайк. Хорошо. Ой, прости. Поздно это сказал. Так, я хочу сварка. Сейчас в него прилетит. Убил? Не знаю. Не убил. Да они гандоны варды снимают. Так, ну немножечко поубивал. Уже неплохо. Серьезно? Петухный нокер. Снял варды? Снял. Ого, это что сейчас было? Там кто-то мои варды хочет снять. Смотри, тут сейчас Дриш Париж будет. Так, я чао снять, подожди. Пока.
Я хотел заставить Тини, чтобы его убили. Все, парни. Иди сюда, ко мне. Иду. Привет, Бристовпок. Так, 35 секунд перезарядка Сандера. Отлично. Да серьезно? Боже, вот это уроны летают тут всякие. Я хоть кого-то убил. Подождите, это я. Ладно, давайте Кани трогать, он бедный, несчастный. Я тоже, в принципе, в каком-то смысле. 143 секунд перезарядка метаморфоза, это грустно. Сколько? 140 секунд. Мне кажется, тебе надо какой-то башер купить. Рефреша, а так у меня же МКБ читера есть. Нихуй, кусики. Чикамон, я иду помогать тебе, чикамон. Так, нужны варды. Ага, варды? У нас тут сварк. Сваркусик бегает. О, смотри, ты веселишься, да, Влад? Да. Ну, хорошо. Мне кажется, урон не хватает. Самую малость. Сейчас мы повносим урона немного. Блин, ну в Вижене никого нету. Они варды сняли, и я никого не вижу. Ну, блять, это уж пиздачка камона. Опять ты. Я не ломал варды, я даже бред просто как. Мой персонаж даже с базы не выходит. Сир никого не видит, кроме меня. Да не, дайте хоть побегать 10 минут. Дай хоть. Вот, а, ну я в принципе и так немного тут уже хорошие дела делаю. Ты тут просто на сварке играет. Так, сейчас. Так, варды. Ой, как я вовремя остановился. Я очень вовремя остановился. Мне кажется, тут вообще нельзя останавливаться. Ты линзы до сих пор собираешь? Ну да, один раз не писать. Я Кая думаю еще купить, попробовать. А я пассивный башер. Немного статов. Ты че, вард поставил? Петух. Ну-ка. Тут ты видел? Сварк варды наши ломает. О! Ты его скрита убил? Да. Смотри, снимай. Да, господи, я ж отошел. Так. Ему урон не возвращается от бады. Как он меня убил второй раз? Не в ту сторону отошел. Кто тебя убил второй раз? Бокер. Катаклизм. Ну да. А так и я видишь? Только под один санстрайк попал, мне еще хп оставалось. Но он потом бласт прожал. Да, где он был-то? Ну, у него это анимация меньше, чем это. Блин, чуть-чуть. Да достали эти варды падать. Сейчас, кстати, опять какой-то катаклизм будет. У него там кулдаун что-то вообще мизерный. Видишь, да, сварка? Не, да. Я вижу инвокера, дядя. Уже не вижу. Бристолкок ходит тут. На коленях. Ой-ой-ой. Так, я вот сюда отлично. Что такое? А чё? Ага. Повисли немного? Да, повисли. У меня 2 килла за все. Сварк. Ой, имба, привет. Привет. Я тут понастреливал немного по всем подряд, по чуть-чуть. Как день провел? Да вот, стреляют по всем. Давай, бей меня. На фонтане стрелять, чтоб урон не был. Так, Тини, пока. Я вообще в меня начал стрелять, да? Я тебя понял. Господи, ты выжил, что ли? Да! Все. Так, пора идти так убивать. А, подожди, в принципе, чё я? Я что, зря рефрешер купил? Подожди, не убивай никого, да, я поубиваю. Пощады. В смысле? А, я метаморфозом не прожал, вот это я идиот. Я, короче, понял, нажал рефрешер, но не нажал метаморфозом.
И стою такой прокликиваю по всей карте. Не проснулся, ребят, простите. Ну, мы в любом случае выигрываем, Барагуз красавчик. Взял имбу. Да они, да, когда я играю с своими подписчиками, блять, вот то же самое происходит, только со мной. Ну, это нормально, да, это в порядке вещей, я так понял. Да, дайте хоть раз поразвлекаться. Дайте сварку увидеть. У меня килл появился. Дружище, ты че там варды ломаешь? Барагуз наши варды ломает. Инвокер, пока. Блять. Пока. Короче, я понял, нужно статы как-то купить себе. Это что такое? А, это твоя атака его? Да. А у тебя иллюзия же тоже, кстати, это делает башерами. Ну-ка, манту прожми. Ой. Да. А, вот это я олень, слушай. Ёпты, Влад. Да хватит, мой друг. Почему ты мне это не сказал 5 минут назад? Я-то думал, ты знаешь. Так, хуй. Я знаю, я просто забыл об этом. А, ну, простите. Короче, ходим с руки наяриваем. О-хо-хо! Здорово, дружище. Пока. Аллюзию прожмешь? Стоп! Ой, хорошо. Отлично. Просыпаемся, друзья, просыпаемся. Иди сюда. Да-да-да, в спинку тоже приятно. Я тут тоже немножко. Странно, помог. Что Бристлбэк там 350 тысяч этих не вызывает. Странно, что Барагос атакует и умирает постоянно. А, ты жив, я думаю, там Тиник тебя убивает. Так, погоди, вижу. Он уже не так легко меня убивает на самом деле. Вижу петуха, не вижу препятствий. Суровый ты. Да, его иллюзия сейчас убьет. Я к вам. Я к вам пацанов веду, не убивайте меня. Ауч. Это было больно. Ой, Барагос вот. Чё? Погоди. А я, короче, смотрю, у некоторых никаких других дел, кроме как, скажу, снимать варды не было в этой игре. Да. Вот, походу, именно так. Петухи, блять. Так. Не надо, давай с подписчиками так не будем общаться. Хорошие ребята, всегда рад с ними позаписывать. Не, я, вы же знаете, я плохого слова о вас не говорю. Ну я могу сказать. Ну, они из разных команд, но бьют одного меня. У тебя хп просто меньше. Ладно, свечу. Людей? У меня хп больше, у меня просто показывается якобы меньше. Боже, Сварт, ты зачем ко мне решил подойти? Сколько там урона влетает? Может, Раску собрать? 157 тысяч. Короче, у меня 500 хп, у меня остается 300, в районе 200. 314 тысяч. Жесть. Это смотри, просто он... жесть. Ладно, давай Тарасочку соберем. Ой, не-не-не-не-не-не. Надо. А, может, не... А, ну, в принципе, Тарасочку нормально, да. Ты чё, петух, ты кого бьёшь? Помочь? Иди, Барагуз. Сам бы справился. Ну, кажется, я думал, он умер. Я только зомби могу убить. И то не с 10 ударов. Я да господи, как мне надоел этот катаклизм. Сколько там кулдаун, ёперный балет. Пусть Барагос с ним разбирается. 20 секунд где-то. Я в шоке. 314 тысяч урона. Я понял. Сейчас, чё, короче, даун? Порешаем это дело. Давай, походи посвети, слушай. Походи посвети. Схожу свечу. Ладно, тут меня как бы насилуют, но... Помогаем. Давай. Фашист. Чё, там закончился? Я понял, у вас тут варды. О, господи. Ой, я пережил. Ваш, вот я ждал, пока ты поможешь. Ну, я всех бью. А манту не хочешь купить? Привет, ЦК. А Тини, привет, можешь передать? Передал. Понял. Привет, Влад.
Да стой, где стоишь. Постой, паровоз. Не стучи. Ну, бей его. Колеса. Да-да-да. Чё, так, вот один на один. Продам. Вот это я продам, вот это я продам. Да за шо меня-то? Почему я хожу с твоей веткой? Это просто так, ну, у меня 340 тысяч хп. Я вот тоже заметил. О, отлично, отлично, неприлично. Давай поменяемся. Отлично, ах, вот так отлично, вот ты умеешь делать. Ого, у меня денег, ноги. Денег, столько денег забрало, офигеть. Вон он. Он покушал, давай. Работаем с ним. Я думаю, надо будет попробовать поиграть на инвокере. Чтобы изначально на нем как-то поиграть, а потом поиграть. Ты тоже просто... Тритагон себе взял? Да, чё нет? Почему? Прикольно же. Действительно. Ты чё, петух на инвокере? А ну-ка умри, блядь. Надо кого-нибудь поубивать. Ой, как это мы с тобой так разминулись, дружище. Привет, Сварк. Нет! Привет. Серьезно? 470 тысяч уже, почему? Что он опять купил? А тебя просто одним санстрайком тут раздало. А-а-а. Мне кажется, ты умер, да. Да, это просто мне сглазился. Жесткий. Ну конечно, с таким катаклизмом. А, знаете, было бы прикольно, если магический камень можно было бы есть, там 1000 за 1500, было бы вообще класс. Да, хайп? Было бы прикольно, если бы Кристалбек убивал. Было бы прикольно, если бы инвокер все фраги не тырил. Питу. Да вам 2 фрага осталось, чем? Ну, сейчас мы их и сделаем. Я надеюсь, последний фраг будет на инвокере. Смотри, что могу. Фокусы, фокусы. Опа! А где курьер? Смотри, он вообще с башни не выходит. Ха-ха, лол. Ва, тут хвостецкая. Тини. А, сейчас я случайно, короче, Бристолбека попробую убью. О, всё, пока. Нет, не Бристолбека, а кого? Кого он бьет? Я не вижу. Варгос, убивай, Варгос. И станов не. Да я всех, походу, бью. Вот такой у нас сегодня террор-бой. Немножечко на нем подтупливал, но я, правда, еще не сильно проснулся. В любом случае, я надеюсь, вы досмотрели видосик до конца, он вам понравился, и вы поддержите своим большим пальцем вверх. А с вами был Уимбл, увидимся в новых выпусках. Всем пока и всем удачи.